надоело, папа, мама не при делах. Ты рисуешь мел, судорож на круг ногах. Луна застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только тень в углу скрипит. Скрип, скрип, и под одеялом мне так страшно. Как же хочется невидимою стать однажды. Скрип, кто молчит ночи и строит планы. Смотрит с потолка и сжигает взглядом. Ну что там на работе? В понедельник поставка будет? По поводу отпуска, но я приеду и решим по поводу отпуска. Нет, по-другому было нельзя. Я понятия не имею, насколько это затянется. Он встал в позу, я не собираюсь прогибаться. Да, вспомню детство. Да и Настике будет полезно, свежий воздух. Да, в бабулиной квартире. Да откуда я знаю, я там с похорон не была. Надеюсь, потолок еще не обвалился. Жень, я тебе позже перезвоню. А что, парковки не хватает? Молодым дорогу, тетя, не нравится, идем. Все, Настюш, приехали. Вот и бабулина дверь, помнишь? Нет, такого бы я не забыла. Ну, конечно, ты же совсем маленькая была, когда мы приезжали. Мам, а бабушка прямо в этой квартире умерла? Нет, в больнице. Куда я дела ключи? Я и так нервничаю, вдруг я их дома забыла. Этот, мам? Да, слава богу, давай. Свет отключен. Но не беда, мы решим этот вопрос. Настюш, я к соседям. Пойду узнаю, что там со светом. Угу.
тупое стариковское окно. Бесишь меня! Настюш, ну тебя что, вообще на минуту нельзя оставить? Мам, я вообще не поняла, как она свалилась. Ну-ну. Ну ладно, нам все равно генералка предстоит. Пошли в машину за вещами. Зырь-зырь, что там лежит? Деньги, что ли? Да там мелочь какая-то. Нафиг надо, Захар? Мам, ты машину-то закрыла? Привет, мальчики! Здрасте. Здравствуйте. А это какого года аппарат? 18-го. А вы что, хотите нам помочь? Оно-то можно, если накинете за труд. Ну, по мороженку пойдет? Лучше бы по пару сотен. Ого, тут у грузчиков расценки. Спасибо, мы сами справимся. Пошли. Давайте я вам помогу. Бесплатно. Ну помоги, пожалуйста. Нашелся все-таки джентльмен. Спасибо тебе. Как тебя зовут-то? Всеволод. Какое красивое имя. Я Светлана, а это Настя. Спасибо, ну, я, наверное, пойду. Настя, сбегай в машину. Там у меня несколько мелких купюр лежит. Дай парнишке 100 рублей. Он же вроде бесплатно согласился. Ну, заслужил же. Эй, ты! Как тебя так? Подожди! Разговор серьезный, в глазах непонимание. Нравится улыбка, рыбка, тебя несет. Здорово, yeah! Из стороны в сторону разлетай с грохотом на куски по городу. Успела? Ага, успеешь за ней. Ладно, Настюш, я начинаю уборку, ну а ты иду в магазин. Где тут магазин? За этим домом направо, кажется. Ну, спросишь, если что. Что купить-то? Пришлю сообщение. Я все это попру. Что смешного увидела? Скорее не что, а кого. Тебя, конечно. Идешь, шары в телефон лупишь.
В нормальных городах нет такого посреди улицы. О, ты из нормального города? А что тогда забыла в нашей деревне? Королевишна, блин. Надеюсь, скоро свалить отсюда. Будем только рады. Бой, стоп, не бой, стоп, не стоп, не стоп, не бой. Стоп, не бой, стоп, не бой, стоп, не стоп, не стоп, не бой. Бой, стоп, не бой, стоп, не стоп, не стоп, не бой. Стоп, не бой, стоп, не бой, стоп, не стоп, не стоп, не бой. Бой, стоп, не бой, стоп, не стоп, не стоп, не бой. Ты что, спрыгнул? Еще раз. Руки устали. Слышь, Глист, ты нормально только три раза подтянулся. Ты с рывками потом и ногами трыкал. Говоришь, Глист, давай еще раз. Не, мне передохнуть надо. О, наша принцесса, на швабре прилетела. Это ж твоя любовь, Пенни. Иди, помоги пакет донести. Может, мороженку купят. У, не, они же это, жмать ее. Ребят, ребят, а может, наша принцесса расплатится поцелуем? То вы все ко мне привязались. Да кому ты нужна, то по себе дальше. Иди ведьмину квартирку отмывай. Я знаю, что это вы из машины деньги украли. Я маме не сказала, но теперь точно скажу. А ты докажи. Ты быканула, или мне показалось? Чё ты пялишь? Так и по роже получить можно. Шерик, успокойся, мы тебе ничего не делали. Слушай сюда, дебил, пока шериф в этом городишке, беспредельничать здесь никто не будет. Убери свои беспонтовые пукалки. Что думаешь, не стрельнул? Давай, только дернись. Алена, тихо, она ж придурочная. Чудик, ты что, забыл, как попробовал слезоточивый? Так могу напомнить. Дура, блин, я тебе ничего не делал. Жирик, давай мы просто уйдем. Очень советую. Левый слезоточивый, правый перцовый. Кто хочет попробовать адскую смесь? Все, мы тебя поняли. Все, 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 мы сваливаем. Ты не всегда жири, баллончиками будешь. Встретимся в школе. И подружке твоей прилетит. Дурка по тебе плачет. Оборзели! Привет. Я Маринка Рыжикова. Эти идиоты меня Жирик зовут. В садике была Рыжик, это мне больше нравилось. Я Настя Обухова. Мы из Новосибирска приехали. Да, я знаю, вы в квартире бабы Римы жить будете. Я в том же доме живу, 7-й. Правда? Так мы соседи. Ладно, пошли уже, пока эти не вернулись. Это ж с оружием. Если по секрету, в тот раз Захара я случайно попала. Ну вообще я пацифистка. Это что значит? Я за мир во всем мире, во всех мирах. Миров вообще-то несколько. Да, ты уверена? Давай проверим. Я почему-то даже не сомневаюсь. Будешь со мной в коалиции? Ну, разве тут есть вариант? Классно. Нам тогда надо сделать одинаковые тату прямо над левой бровью. Мне пора. Мама ждет. У нас уборка сегодня. Ладно, пока. Встретимся. Не в этом, так в другом мире.
Слушай, ну не так уж тут и плохо. Вон явный плюс. Смотри, какая тут колбаса вкусная. Похоже, это единственный плюс. Настя, мы говорили же, сейчас так надо. Я помню, мам, я так. Знаешь, а мальчишки эти бабушку ведьмой назвали. Ну, видно, они не очень хорошо воспитаны. Это точно. Знаешь, что это... Время-то уже почти 11. Если честно, я валюсь с ног. Я тоже. Давай уже завтра доделаем. Пойдем спать. Лучшая идея за день, мам. Ты со мной ляжешь в зале или тебя в спальне постелить? Я лучше в спальне, можно? Ну, конечно. Не забоишься? Мам, мне не 5 лет вообще-то. Пап, ты понимаешь, что это они деньги из машины взяли? Потише, мама услышит. Она уже уснула, пап. Поздно же. Пап, скажи честно. Настюш, я с тобой всегда честно. Ну, вы можете же еще помириться. Я не знаю, дочь. Не знаешь? Ты просила честно. Ладно, мне правда спать хочется. Пока. Пока. Застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только ты скрипы. Скрип, скрип, и под одеялом мне так страшно. Как же хочется невидимою стать однажды. Скрип, кто молчит ночи и строит планы. Смотрит с потолка и сжигает взглядом.